способность находить своих, делиться, поддерживать там, и так далее, мы почему-то в этом смысле не очень добры друг к другу. Вот какая-то есть у нас в этом смысле, не знаю, то ли нам где-то слабости свои сложно принять, поэтому мы автоматически других отделяем, чтобы они, не дай бог, не поняли, что у нас это есть. То ли у нас страх, что мы столкнемся и не сможем помочь, а чувствуем большую ответственность, и лучше не знать, чем лезть. Да? То есть вот разные есть, мне кажется, такие наши вот культурные особенности, которые с трудом создают вот эту естественную здоровую социальность, где мы могли бы черпать поддержку.